Ну что, всем привет, это снова я. Вы на канале Ириночка Сергеевна. Сегодня мы едим, короче, вот такой вкусный кексик. Понюхайте. Магазин Пятерочка делает. Пятерочка выручает. Что я хотела вам сказать, да? Сейчас молока сика налью. Кофе, чтобы было вкусно. Ой, еще и мимо. Свинья! Не, она себя не налила. Нам там не надоело обсуждать, кто да что дал, да? Кто-то что-то дал, да. А кто что дал, а? Хер его знает. Кто что дал? Не знаю. Ой, смотрите, какой прикольный кекс. Вкусный. Здесь такой обалденный. А кофеем запить? Кофейком. Кто, говорит, тебе дал инвалидность? Государство. В 2006 году. Понятно? Потому что у нас без этого никак. У нас ничего не дают. Если у тебя нет бумажки, значит, ты какашка. Сейчас перейдем к Александре. Звезде-то Ютуба наша. Килограмм. Ну, вот это да, наверное. Это же у нас это... Баба. Девушка, я ошиблась. Девушка. Удачно выскочив замуж. За мужа олигарха. Только жалко, что одного ребенка настрогала. Да? Вы иногда такое пишете? Вам самим-то не стрёмно? Считай чужие деньги. Кто у кого сейчас ел? Да, я же понимаю, это же YouTube. Ну вот как-то так. А почему без майонеза? Майонез уже поела. Мы решили на ночь глядя кексиков порубать. Ну, мы-то можем поесть, да, без базара. Но вы-то не можете. Ну, это ваши проблемы. Вот, кстати, кто был в трансляции? Вот подруга насобирала ведерочко вишни. И ведерочко смородины. Смотри, какая смородина. Шикардосная. И вкусная, и полезная. Да? Ну что сказать, Что сказать, а? Не знаю. А я пришла сюда поесть. Вот эти так разваливаются. Так что перестаньте считать чужие деньги. Mm.
чтобы об себя не вытирать. Марина, как всегда, ем. Что еще? Жрать тазиком? Нет, тазиком я не жру. Кстати, я челочку постригла, да? Как мне? Ну, пишите ваши комментарии. Я же там обещала в трансляции на лысо постричься. Я подумаю. Зоя. Какая ты смелая в гостях. Я везде смелая, Зоя. Сидела бы дома в своем эфире. Я по гостям люблю ходить. Зоенька, если ты сидишь дома и ни хера не делаешь, сидишь и пишешь Ириночке Сергеевне комменты, это уже твои проблемы. Угу. А какие я пью витамины, да, таблетки. Вот так вот. У меня, знаете, пу-пу-пу, не складить, но у меня все отлично. Сахара у меня в норме. Анализы все нормы, в норме. У меня даже ничего, лейкоцитов в крови повышенных нет, понимаете? Единственное, что, как он там, гемоглобин, да? Ну, немножко высоковат. Ну, это херня. О, боже, рагу с майонезом. Это же смерть. Какая смерть? Ну, вы что, Таня, о чем пишем-то? Галинка, зачем мне YouTube это показывает? Да ты постоянно у меня сидишь на канале. И не говоришь, что ты, я тебе сама лезу. Рагу похож на крючего поросят. Ну, если у вас рагу едят поросята, я им завидую. Так, Татьяна Ерошина, Ирина, привет, у меня вопрос. Что случилось? Я помню, Наташа Чермис была с тобой в хороших отношениях. Татьяна, привет. Я не знаю, почему. Мне кажется, это совсем не она. Это кто-то такой же канал создал. И, кстати, то Наташа, то Натали, то еще как-нибудь. Опять выпендриваться перед подругой. Да не, я ни перед кем не выпендриваюсь. Ира, у тебя хорошее здоровье. Кто тебе группу дал? Доктор. Доктор в 2006 году. Вы так сильно не переживайте, что я... мне государство платит деньги. Кто мне мог дать? Доктор. Да. Я вот мне писал там человек, что сейчас не дают, да. Сейчас не дают по диабету инвалидность. Но раньше, когда я заболела, это было в 99-м году. Да? А, посмотреть. Да, 99-й год. 1999-й, так ведь? Вот тогда мне и дали. Мне было 10,5, когда я заболела. Знаете, когда я первый раз лежала в областной больнице, там мы кормили, была минералка обуховская. Чего только не было. Давали и салаты. Это когда первый раз мы попали в областную с диабетом. Мы, правда, сколько?
3 или 4 дня держали в реанимации. Ну, а потом перевели в обычную палату. Ну, как-то так. Раньше намного лучше было, чем сейчас. Кто дал, тот и дал. Я думаю, это не должно вас касаться. Сосед по койке дал. Кекс, кстати, вкусный был. Ай, конфетку надо дальше съесть. Это сколько съел? Две? А третью что не ешь? Не влазит? Ну ладно. Он, кстати, разец попал. А сейчас, когда ляжу в больницу, да, там, допустим, прокапаться для сосудов. Тебе не капают. У них хотя это есть. Но они говорят, иди покупай. Это у нас нету. А когда я лежала в маленьком, мы раз в год ложились. Мне, кстати, когда маленькая была, мне для сосудов ничего не капали. Сейчас так редко капаем. Вот как-то так. Так что вы сначала подумайте, что вы пишете, а потом вы говорите, почему я с вами так разговариваю. Ну, значит, есть за что. Раз я с вами так разговариваю. Ладно, короче, на этом всем пока. Всем до свидания. Что еще вам сказать? Ну, до новых встреч, скорее всего. Так что пишите свои комменты опять. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И на колокольчик. На серую кнопочку в Ютубе. Всем пока.